День защитника Отечества в Казахстане начали праздновать относительно недавно. Только осенью 2012 года праздник стал государственным. Тогда в законодательство были внесены поправки. С того времени 7 мая в стране является выходным днем. Испокон веков защитники Родины были воплощением чести и доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного служения своему народу. И сегодня, в мирное время, они стоят на страже интересов государства, охраняя мир и покой граждан. В честь Дня защитника Отечества в городе было организовано праздничное мероприятие. В своем приветствии аким города Эркебулан Байхметов выразил слова благодарности, отметив, что армия во все времена является ключевым средством обеспечения безопасности народа Казахстана. В этот день выражаю благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, всем, кто защищал нашу страну и защищает ее сегодня, нередко рискуя своей жизнью. За годы независимости у нас сформировалась боеспособная армия. Вооруженные силы оснащаются современной техникой, повышается качество военных кадров. Молодое поколение воинов-казахстанцев достойно продолжает славный героический путь своих дедов и отцов. За безупречное выполнение служебных обязанностей на протяжении многих лет аким города вручил благодарственные письма ветеранам вооруженных сил, сотрудникам Управления внутренних дел, Управления по чрезвычайным ситуациям, учреждений ЕЦ-166-11 и 166-18, а также воинской части 35-17. Мероприятие завершилось концертом в честь защитников Отечества, находящихся в запасе и остающихся в строю, в память о людях, выполняющих священный воинский долг.